посмотреть на итоги вчерашнего голосования, 8 тысяч человек хотят стать предпринимателями, но пока ими не являются. А вот причины, по которым эти люди пока что не открыли свой бизнес. И как вы видите, лидирует в этом списке причин «я не знаю, с чего начать, у меня нет идеи». И это прекрасно, потому что это самое простое, что можно устранить и в чем я могу вам помочь. Специально для тех, у кого нет идеи, кто не знает, что предложить рынку, кто не знает, рентабельно ли это, будет ли на это спрос, будут ли люди это покупать, кто не знает, как протестировать свою идею на целевой аудитории, упаковать и вывести продукт на рынок, у нас есть шикарный курс в Soho MBA «Продукт на миллион», который стартует 25 мая в мой день рождения. На основе ваших навыков, интересов и рыночного спроса на курсе мы формируем продукт, который будет приносить существенную прибыль, будет востребован на рынке и устойчив в кризис. Формируем его ценности, упаковываем. Обязательно тестируем продукт на его целевую аудиторию. Разрабатываем ассортимент и продуктовую линейку. Пишем бизнес-план. И формируем бизнес-модель. Этот курс на первом потоке уже прошли более 100 предпринимателей, и у многих не было вообще ничего, даже идей. И сейчас они уже на стадии реализации бизнес-плана. Это и магазин фермерских продуктов, и производство свежей пасты, и ежедневники для мам, и авторские туры, и юридическая школа. Обо всем об этом буду подробно рассказывать попозже. А были те, у кого уже был какой-то бизнес, но он не приносил желаемого дохода, или же совсем не приносил дохода, его пришлось пересобирать, переписывать бизнес-план, переупаковывать, и вот эти кейсы можно почитать по свайпу. Собственно, по их отзывам мы внесли важные правки и изменения в наш продукт. Смотрите, пакета практика, где студенты учились на учебных кейсах, больше не будет. Теперь вся практика будет осуществляться только на ваших собственных проектах, и без продукта уйти с курса не получится. Дается пакет знания, там, где нет практической части, только теория и базовые знания по созданию и формированию продукта. И дальше три варианта пакета «Свой бизнес», там, где только ваши навыки, формирование только вашего продукта, для вас, под вас и исходя из ваших задач и компетенций. Они делятся на три категории и отличаются ведущими преподавателями, которые с вами работают. Самый доступный пакет – пакет «Light», ведет Ольга Туржанская, это венчурный инвестор с огромным опытом. Пакет «Мастер» ведет Женя Зинин, это Мишин младший партнер. И две категории пакета. Пакетов VIP ведет Миша. Я уже говорила, что он останется только на самых топовых пакетах, поэтому... Собственно, это будет нашей главной... Это российская разработка, вот именно ваша. Абсолютно точно. Она вызвала достаточно большой ажиотаж. Хочется еще конкурентов. В мире не существует. Строку запроса достаточно ввести. Вот именно по такому простому человеческому именно запросу. Так. Первые ссылки выложила, и вы уже начали покупать. Подождите, мне нужно вам еще сказать, что сегодня действует скидка по промокоду FIRSTDAY20. 20% в первые сутки продаж. Конечно, все 4000 человек, желающих открыть свой бизнес на курс, к нам не поместятся, но 80 человек мы возьмем. Кейс подписан. 99 сообщений в директе, я поняла, что очень многие считают, что для того, чтобы начать свой бизнес, нужна гениальная идея. Нужно непременно придумать продукт, которого еще нет на рынке и который его порвет. Ребят, это большое заблуждение. Если у продукта до сих пор нет конкурентов и такого продукта в принципе нет на рынке, подумайте, может быть, он просто не нужен людям. Меня бы сильно насторожило отсутствие конкурентов, отсутствие аналогов. Доказывать рынку, что ваш продукт нужен, это долго и дорого. В малом бизнесе не нужно изобретать велосипед, нужно научиться выигрывать конкуренцию. И чем мне нравится курс по продукту, это тем, что на него частенько приходят ученики, которым кажется, что они непременно должны изобрести космолет и запустить его в космос. Непременно. А при проработке навыков, ресурсов, возможностей этого человека, понимается, что у него, например, шикарный ресурс в виде рынка сбыта котят каракал. А там, на секундочку, один котенок стоит 450-500 тысяч рублей. И вот он тебе продукт, делай. Потому что ни у одного другого простого смертного такого ресурса в виде рынка сбыта нет. И вот на курсе мы как раз помогаем увидеть те возможности и ресурсы, которые у вас есть, но вы, возможно, о них не знаете. Спрашивают кейсы учеников. Я сейчас расскажу вам кейс ученицы, которая пришла на предыдущий поток курса по продукту только с идеей. И то мы там еще сравнивали между несколькими разными идеями, тестировали, смотрели, что будет выгоднее. Остановились на одной, и если она пойдет четко по бизнес-плану, финплану, который составлен был для нее на курсе, а она понимает, уже к августу 2021 года она полностью отобьет все вложения 4 миллиона и сверху заработает 10 миллионов рублей.
Это Аня, и на курс по продукту она пришла со своей идеей производства свежей пасты. На самом деле идей было много, и к концу первого модуля, как в сказке, осталось три варианта. Аня врач-невролог, и поэтому был вариант частной клиники, однако этот вариант был отсеян из-за большого размера инвестиций. Второй вариант – гастрономический туризм. Это область интересов Ани. Отсеялась, потому что она не хотела этим заниматься, хотя по интегральным оценкам этот вариант превосходил свежую пасту. В итоге делать начали пасту. Вот я сейчас поднялась в кабинет, открыла Анину бизнес-модель. Не знаю, видно вам или нет, но выглядит она примерно так. И это только один лист финплана. Но давайте обо всем по порядку. И первое, что было сделано, это разработана сценарная модель продукта со всеми его ценностями и преимуществами. Здесь покажу совсем коротко, потому что она тоже занимает листов 5. Полностью сделана упаковка продукта, сайт, фирстиль и физическую упаковку продукта. И Инстаграм, который пока вести не начали. Третье. Написан бизнес-план, который помимо того, что является коммерческой тайной, еще и очень большой, поэтому все не покажу. Наконец, сделана бизнес-модель, которую я вам уже показывала. Это, собственно, главное, с чем вы уйдете с курса, с четким пониманием, когда, сколько и как вы начнете зарабатывать на своем продукте. Не стоит ее бояться, преподаватель все поможет и подскажет. Посмотрим, как обстоят дела у Ани после курса. Она купила экструдер для макаронных изделий, и это фотографии ее реальной домашней пасты, которую она сделала сама. Как и обсуждала с Мишей, сняла помещение на Петроградке среди новых ЖК, ее окна пятые слева. А это, собственно, сообщение, которое прислала Аня мне вчера. Двигаюсь по плану, установленному на курсе, прорабатываю с поваром меню. Единственное, не удалось снять ровно то помещение, которое обсуждали с Мишей. Там оказался неадекватный собственник, но нашлось похожее и в том же районе. Модель Ани супер детальна. У нее в себестоимости посчитаны ингредиенты всех возможных сортов пасты, соусов и нормы работы людей. Поскольку я за максимальную прозрачность, вот что. Мы проанализировали ваш спрос на этот курс и поняли, что пакет Light разлетелся в первые сутки. Это самый доступный из пакетов с обратной связью и практическими заданиями. А пакет Master, это промежуточный пакет, наоборот, спросом пользуется плохо. Поэтому мы решили полностью упразднить пакет Master, его больше не будет. И все, кто успеют купить его за эти сутки, автоматически попадут на пакет VIP Light и пойдут учиться к Мише, пока мы технически не упразднили его с сайта. То есть фактически у вас есть сутки, чтобы купить Мишу по цене Жени. Вот, а на пакет Light мы хотим добавить еще одну полноценную группу, чтобы была возможность купить у тех, кто не успел сделать это в первые сутки продаж. И завтра новые места на пакет Light должны уже появиться на сайте. А это, наверное, самая незамысловатая продажа в моей жизни. Мы добавили вторую группу на тариф Light 2. Она по свайпу. Все. Почему это такой популярный пакет? Потому что это самый доступный пакет, по которому можно пройти данный курс с обратной связью. То есть за 50 тысяч рублей, ровно столько стоит этот тариф, вы можете прийти с абсолютным нулем, даже без идеи, а уйти с готовым продуктом, полностью просчитанным, протестированным, с готовым бизнес-планом и бизнес-моделью, готовой для реализации.